Здравствуйте, вот наша с вами приставка. Здесь есть небольшие потертости, такие, ну, от времени, понятно. В комплекте два джойстика, ключ-лог, то есть первый. Здесь вот второй отображается у нас. Здесь вот одним управляю, другим, пожалуйста. В комплекте, сразу покажу, идет диск GTA. Он сейчас там вставлен, покажу. FIFA 18. For Speed, край 5-4, ну, 5-й четвертый Battlefield, 4-й, и что у нас, и все. Все это в комплекте, то есть дисковод работает, ставили, пожалуйста, оп, так, игры, запускаем игру. Пошла у нас загрузка. Диск прогружает. То есть он адаптирует графику под телевизор. Так, по корпусу пока загружается. Покажу. Здесь у нас все. Так, и оборотная часть. Вот. Так, вот Sony моделька. Все, то есть пошла у нас. Загружается одиночная игра. В комплекте также идет, ну, кабель питания, кабель HDMI и зарядный кабель у нас непосредственно для самих джойстиков, геймпадов. Еще раз, вот. Даже не царапка. Пальцы убирается. Все загрузилось. Пожалуйста, у нас это все работает. Право, лево. Клацание. Управление кнопками. Обзор. Телефон убрали. Все полностью исправно. Кнопочку зажимаем. Зарядку нам отображает сразу. Так, дальше что у нас? Идем в настройки.
выходим из игры. Вот качество преобразует. Так. Информация о системе. Версия 4, свободное место 300 гигов.